Своим караваем Беларусь готова поделиться и с соседями. С Россией достигнута договоренность о поставках продуктов питания на 2014 год. Вице-премьер Михаил Руссо и Аркадий Дворкович обсудили сегодня в Москве объемы и условия экспорта отечественного продовольствия на российский рынок. Ожидается, что рост продаж белорусских продуктов в России по отдельным позициям может увеличиться в 1,5–2 раза в зависимости от заявок российской стороны. Торговля между государствами будет вестись в рамках законодательства Таможенного союза. Это касается в том числе и реэкспорта товаров из третьих стран. В ближайший месяц профильное министерство определяет примерные объемы поставок на 2015 год. Цифры по второму полугодию 2014 уже называются. Примерно 147–150% по полугодию мы можем увеличить молочную продукцию. Полуфабрикаты мясные, колбасные от 115–120–140%. Картофель, овощи можем от 40 до картофелю 2 раза. Урожай неплохой у нас есть. Мы рассчитываем, что свыше 1 000 000 тонн картофеля мы готовы поставить на рынке Российской Федерации под заявки по любому региону. Сегодня же белорусская делегация провела консультации с представителями товаропроводящих сетей и администрации Москвы и Московской области. В зависимости от потребностей потребителя, отечественные поставщики готовы будут сформировать портфель предложений как для столичного региона, так и для периферийных областей России. На переговорах подчеркивалось, что сотрудничество и далее будет вестись на основании подписанных международных договоров и в рамках единой аграрной политики двух стран.